Здравствуйте, дорогие радиолюбители! Сегодня буду ремонтировать напольные веса фирмы Тефаль. Они исправны здесь следующие. Каждый раз при взвешивании веса показывают разный вес, хотя вес один и тот же. Будем разбираться. В чем все-таки проблема? Видна трещина пластмассы на одной из ножек, и при этом она сильно болтается. Четыре тензодатчика для взвешивания веса и плата электроники. Ребра жесткости, на которые опирается сам тензодатчик, тоже выломаны. Из-за этого, я думаю, может быть такая погрешность. В целях эксперимента все-таки решил попробовать. Буду надевать вот такие кольца, выточенные из алюминия, чтобы не образовалось трещин, буду также надевать на остальные ножки тоже. Пострадавшую ножку, а точнее те места, где должны быть ребра жесткости, залью эпоксидной смолой.
пластилином заклеивая те места, куда не должна протечь эпоксидка. Для удобства использую шприц. После застывания эпоксидной смолы буду производить подгонку, шлифовку поверхности контакта с тензодатчиком. Финальная проверка. При взвешивании результат одинаковый. Если было полезным видео, ставим лайк, подписываемся на канал.